Всем здорово, доктор Гнус, как вы поняли. Естественно, из названия ролика, блин, я не знаю, зачем мы постоянно с тобой это говорим, но я думаю, что это важно. Такие... Потому что мы вот такие, мы с тобой... Мы не знаем, как вступление говорить. Да, но мы такие, привет, сейчас мы посмотрим и название. Не, ну подожди, на самом деле это важно, потому что, может, кто-то не может прочитать название, кто-то нажимает просто на превьюшки, допустим, не умеет еще читать, посмотреть наши ролики. Ну, все может быть, понимаешь, и поэтому мы для них объясняем, что мы сейчас смотрим. Короче, для всех, кто умеет читать, кто умеет читать, мы сейчас смотрим новую анимацию доктора Гнуса. Слушай, если не умеет читать, как он наткнулся на наше видео вообще? Ну, превьюшку увидел. Там же картиночки. Я не знаю, это сложно, это сложно. Короче, сладкая парочка в болоте. Геракл и Гидра. Поехали. Шкуре льва. Геракл? Да. Я думаю, это была ошибка большая, вот так делать. Ты куда-то не туда стрельнул, конечно. Я думаю, в принципе, не стоит туда было вообще как бы стрелять. Ты же даже не знаешь, что там. Еще разок. А ты же там красивая женщина сексапильная. Просто настроение плохое. ПМС, например. А, ну и ладно. Не очень сексапильная. Божья тварь? Да. Хамон заигнулся? Да. Нет, не забыл. А это кто? Это он с какими-то тоже там греческими богами зажигает. Это не ассистентки, не все. Это не ассистентка, это какая-то греческая богиня. Геракл. Сколько времени, Геракл? Блин, такая срань еще. Может, еще чуток побегаешь, а? Нет. Ай, ну хорошо. Где ты? Я в жопе! Ну, логично. Окрестность Лерны! Какие родники? Нет, не вижу! Ты повешенный висит. Как тебя занесло туда? Позитивная обстановка. Со своими родниками. А еще там где-то один из входов в подземное царство Каиду. Да пофиг! Скажи, что делать с этой тварью! А что за тварь-то? Гидра. Погоди. Что надо сделать? Надо... Гидра. Голову нельзя отрезать. Снова вырастет. Да, есть такая. Нашел. Че? Это ты со мной сейчас разговариваешь? С Иолаем? А, так ты не один там? С племянником! Ясно. А Гидра чем вам не угодила? Говорят, скот жрет, народ пугает! Ага, плотоядная, значит. Фигово для тебя. Слушай, читаю. Геракл ловким ударом отрубил одну голову. Ну вот выросла. Давай, руби. Подожди, это плохой... Вот, а, две вырастают на одном месте, да. Значит, точно, Гидра. Молодец, я ошибся. О, боже мой, бедный Тинкербелл. Да все, читаю дальше. Фея из Питера Пэна Тинкербелл. Да? Ну да, похоже, по крайней мере, по костюмчику. Только груз побольше. Пока Геракл рубил головы Гидре, его укусил рак за пятку. Опа, о. Неожиданно. Тебя рак укусил? Нет, никто не кусал! Странно. А ведь это было поводом заявы, что ты не в равном бою. Ну типа двое на одного, нечестно. И после чего ты позвал Иолая помочь тебе. Ну да. А до этого ты типа один на один хотел, по чесноку. Ладно, зови Алая, будем факелом прижигать отрубленные места. Ого. А их все больше становится. Да. Она вся шевелится! Ну как? Ты рубишь голову, а Алай хватает за шею и прижигает срез. Написано, что так головы перестанут расти. Ого. Нет, давай леви! Нет, теперь правее! Давай, вот! А, блядь! Не получается так! Ой. Я не знаю тогда, чем тебе помочь. По книге все. Вы отрубили все головы, прижгли срезы и пошли курить бамбук. Может, нужно не рубить, а как-то иначе? Запинать, может? Ладно, помахайся пока, подумаю. Бездельники, нужно срочно помочь Гераклу. Это, господи, это, как ее зовут? Хотел сказать медоед, но это же это, собаходка. Собаходка. Нет. Собаход. Нет, собаходка была как Мишлен. Как? Нет, не у нее много лапочек, это нет, она. Нет, обычно кто это? Это медоед. А, это медоед из мультика про медоеда, который сам раз... Да, это медоед, да, это нарисовано, да, что медоед. Точно. По инструкции действует. О, слушайте, а ну-ка возьмите медоеда с собой. Во. Ну как, не устал? Короче, слушай, сейчас медоед разберется. Какой мед? Ну, обычный мед, кушают который, пчелы его делают, жоп. Нет, с собой нету. Срочно найди. Ну, конечно, для дела. С медом ты будешь вкуснее. Да шучу я. Нет, много не надо. Давай! Гони за медом! Бедная коника. Достали мед? Ну, отлично.
Все, кончай фигней страдать. Бери мед и бросай в гидру. Только отойди сразу подальше и смотри, чтобы мед не попал на тебя. А то под замес попадешь. Ну все, трындец. Все. Не в нос, все пошло. Оближет. Зря вдруг у нет пусти. Медоед не сдох, погоди. Кровь гидры — это яд? Яд. Видать, попало чутка. Норм, жди, сейчас все будет. Он оттопыривается. Все. А ты боялся. Пошел. Это же медоед. Все, теперь и точно полный писец. Судя да. Потому что ты мажешь стрелы ядом гидры, никак еще на подвиги собрался. Ага. Ага. А, мне нравится твоя самоуверенность. Геракл, ну что за глупые вопросы? Почему медоед остался жив и не отравился от яда гидры? Это же медоед. Я так подозреваю, что ты не все серии смотрел мои. Да. Я рассказывал про это. А ты вообще подписан на мой канал? Вот ты хам, а? Давай подписывайся. Смотрели мы. Да, про медоеда смотрели. На... Правда, я не помню, что он... Не отопыривается? Да. Ну, какой-то есть у него резистентность. У него, да, типа к ядам, он там что-то прочухался и пошел дальше. Он вообще самый такой суровый, короче, такой самый главный браток на районе. Он там всех оттырил, короче, самый такой суровый. Такой, типа, ты что-то сказал? Я не понял, как он гидру убил. Как убил? Просто замочил и разорвал на куски. Это же медоед. Ну, она же отрастает. Если ее мечом не делал, если медоед ее убил. Медоед, видимо, на мелкий там, винегрет. Там, видимо, надо было прижигать же. Ну, наверное, на мелкий винегрет ее пожрал. Может, вообще ее сожрал просто, так в принципе. Как бы разрубить можно было мелкий винегрет. Ну, вот он не получался. Видишь, какой недоречный этот Геракл? Ну, вроде же отрезал голову. Ну, и все. Просто я не понял, почему он убил. Как медоед может убить? Ну, это мультик. Странно. Это мультик. Я понимаю, но странно. Ну, типа, он ее разорвал на кусочки и съел. Считай так, вместе с медиком, чтобы было вкуснее. Ну, если так, да. Ну, если так, то да. Я не знаю, мне кажется, Геракл вот очень зря нарывается. Его просто, знаешь, это просто вот жесткий Блад. Вот прям он Блад Блатович, понимаешь? Если бы у него не было доктора Гнуса, как бы он совершал все эти подвиги? Да никак. Ну, друг у нее еще классный. Ну, какой или друг? Или племянник, когда там племянник. Так племянник в итоге, по сути, ничего не сделал. Племянник просто боится, мед но он может. Привез, ну, возможно. Я бы на месте, короче, Геракла не рисковала, наверное, с подвигами поутихла, но, возможно, на месте их Геракла нужно делать. Надо было подкачаться. Ну, да, ну все, и трусы одеть вообще было бы тоже хорошо. А снова без трусов был? Да, что-то? Снова с голой пипиркой за цензуриной бегал. А, сейчас ты позор. Тебя же снимают, тебя ж... Ну, 10 проклятых. Показывают в канале. Да, короче, ладно. Я думаю, что даже если мы будем совершать новые подвиги, и доктор Гнус ему в любом случае поможет, и мы увидим новые серии. Так что следим за новыми сериями. Пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.